Сталтенберг хочет, на определенном этапе, пригласить Украину в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Сталтенберг заявил, что, на определенном этапе, хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Fox News, отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал «хорошим делом» для Альянса и для США поддержать Украину. Генсик напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны. Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский Союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины, заявил Сталтенберг. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не достиг желаемого в Украине потому что это станет поощрением для других авторитарных режимов. Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса, сказал генсек НАТО, Украина НАТО. Напомним, в начале января состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих. Формат Совета Украина-НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс. В ходе заседаний Совета состоялись взаимные консультации и принятие решений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.